Вся информация в виде взята из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. Псевдоним не Ксюша. Настоящее имя Ксения. Дата рождения 7 ноября 2002 года. Место рождения Россия, Омск. Знак зодиака Скорпион. Информации про ее детство, к сожалению, очень мало. Известно, что девушка родилась в городе Омск и там же проживает на данный момент. Она родилась 7 ноября 2002 года, также она упомянула, что в этот день произошла революция, и у нее еще и в этот день проходит день рождения, радостно говорит об этом девушка. По знаку зодиака она Скорпион, и на данный момент девушке 19 лет. Девушка не раскрывала свою настоящую фамилию и держит ее до сих пор в тайне. Она ходила в школу, как и все обычные дети, также ходила в музыкалку, которую, как и обычную школу, любила прогуливать. Свою карьеру, можно сказать, она начала еще в раннем возрасте, когда начала играть на музыкальных инструментах. Она умеет играть на укулеле, но, как оказалось, она самоучка. Основная аудитория девушки – это подростки, с которыми она любит встречаться. Также девушка любит выбираться в другие города и встречаться там со своими фанатами. В будущем она пообещала провести концерт, но он должен был пройти 6 июля, а потом планы поменялись и концерт перенесен на осень. Девушка считает, что самое главное – это искусство, и никогда не будет делать его из-за денег, и если будет делать то, что все хотят слушать, то тогда не будет это делать. Девушка первый раз засветилась в интернете на стриме, когда исполняла песню. Информации как про нее, так и про ее личную жизнь очень мало. Девушка активно общается со своими фанатами, но про себя не стремится рассказывать слишком много информации. Возможно, в будущем девушка будет более охотно давать интервью и рассказывать открыто про себя интересные факты, которые так сильно хотят услышать ее фанаты. На данный момент девушке всего 19 лет. Она не замужем и детей у нее нет. Она занимается любимым делом, делает песни и уже снимает клипы, которые сильно нравятся ее фанатам. Об этом все девушка рассказывает в своем инстаграме.